Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть Драконы, Всадники Олуха, 17 день. Забираем 30 монет Одина. Ну и сегодня я планирую допройти все-таки события. Хоть у нас еще 3 дня, 19 часов в запасе, но я думаю, что пора. Пора с этим заканчивать. Кстати, нам придется сегодня потратить руны, потому что у меня не хватит буквально одного очка действия, да? Получается, 1, 2, 3, 4, 5. Подожди, в прошлой серии мне не хватало, а теперь хватает. Что происходит? Что происходит, друзья? Я не понимаю. Может быть, я где-то ошибся? Ладно, не имеет значения. Давай попробуем пройти без потерь. Без потерь, и мало того, что надо еще попытаться пройти, не потратив рун на попытку дополнительную. Вот это мне не нравится. Вот это все мне не нравится, как они начали. А начали они очень что-то дерзко как-то. Так, я укушу и попробуем, если выживем сейчас, попробую хильнуть. Ау, бедный мой барсик. Блин, ты посмотри. Чуть-чуть не хватило, чтобы его уничтожить. Так, значит, что мы делаем? Ну, добиваем это однозначно, ребят. Я не знаю, может быть, хильнуть? А мне хилять-то нечем и неким. Вот выживет он или нет? Ну, давай я ударю сюда, посмотрим. Выживаем, да? Выживаем. Значит, блин, подожди секундочку. У нас же еще две волны, получается, будет. Ну, как бы эту надо пройти, и еще будет целая волна. Так что я правильно сделал, что залечил наших бойцов. Давай, наверное, вот так вот пробьем. И переходим с тобой на вторую волну. На второй волне, ага. Так, прихвостень, значит, у нас тут. Смотри, что творят, а. Вот ты полюбуйся на них. Что они себе позволят? Единственное, да, конечно, у нас здесь пониженная атака. Тоже не очень хорошо. Ну, закончим с парящим, переключимся, наверное, на шепот. Скорее всего, я так сделаю. Придется тратить много энергии. Так, теперь сюда. Они у нас, ребята, хитрые, хитрецы. Так что мы даже с ним будем разобраться здесь, в принципе, на изи. Так. Удар, хиляемся, само собой. И остается лишь громобой. Ой, твою ж налево, какой громобой? Рогобой, конечно же, ребят. Конечно же, рогобой. Так, давай, наверное, вот так добьем. Все, первый поединок за нами. Крутим колесо и заберем плод мудрости. О, спасибо. Так, и помимо всего прочего, мы забираем загадочный пак. Он, естественно, летит в копилочку к нам на почту. Так, раз, два, три, четыре. Ну да, все у нас правильно, все у нас сходится, ребята. Энергии хватит. Должно есть, конечно, не будет никаких косяков. Нифига себе, два кревета электрических к тому же. Начну, наверное, вот с этого, 17 уровня. Погнали. Чем быстрее мы его уничтожим, тем меньше мы урона получим. Ну, допустим. Разбирается легко. Но вот то, что у него 4 энергии, это плохо. Видишь, что вытворяет? Лишил меня возможности хиляться. Так, смотрим, что он дальше будет делать. Я, наверное, не буду сейчас тратить в данный момент ничего. На следующей волне. Вот здесь уже будем применять. Так, вопрос. Наверное, отсюда надо начинать, скорее всего. С тройного удара. А вдруг я погорячился? Сейчас посмотрим. Опа. Это ты, конечно, очень мощно сделал. Угу, хиляемся. Превосходно. Блин, крышка барсику. Конечно же, они его запинали. Просто в наглую. Ну, мы тогда тоже будем мстить.
Это у нас последняя, да, волна получается? Да, вторая волна из двух, так что... Сородище шепота не поздоровится. Так, на 130 мы бомбим на 252 и добиваем вот таким образом. Ну что же, очередное колесо крутанем и заберем загадочный пак. Ну, допустим. Двигаемся дальше. На обычный поединок у нас здесь получается. Блин, 300 царапалок, надо забрать их. Здесь у нас обычный поединок, а там уже будет мини-босс. И смотри-ка, два громобоя. Ну, громобои это обычные, ребят. Не те элитники, которые темно-синие. Это у нас такие, простенькие. С довольно слабенькой массовой... А у них даже массовой атаки нет, по-моему, да. У них одиночная атака. Так что... Ну, вот разбирается, конечно, тяжело они. Так, я думаю, сейчас мы его... О, он даже попасть не смог. Он даже не смог попасть, это хорошо. Ну что, хильнем? Хильнем или как? Или давай не будем пока? Пока не будем. Пускай он еще сделает атаку куда-нибудь. И уже после, наверное... Видишь, все атакуют барсика мне. Ладно, давай залечимся. И добьем. Так, на второй волне у нас... Опа, опа. Злобный змеевик. Да? Точнее, даже, ребята, это, скорее всего, не змеевик. Это, скорее всего, сородич капкана стального. Так, мы можем сделать... Да не буду я, наверное, пока так делать. Просто ни к чему. Этот лишь бы себя не прокачивал. Ничего он такого не сделал. Ну, в принципе, здесь мы пройдем. Эта волна, считай, уже пройдена. Ну что ты там стоишь? Бомбит, да? Не нравится ему мой кривоклык. Этот атакует барсика. Мы добиваем. Делаем... Давай дебаф. Все равно последняя волна. Последняя волна и последний дракон. Ну что ты там хрустишь? Так, раз, два и добивка. До свидания. Что же нам тут выпадет? А выпадает нам рыба. Почти 200 миллионов. Забираем, содержит элитных. Этот пак у нас содержит элитных драконов. Так, шторморез, шипорез, крылатый ужас и костолом. Древоруб, алая плеть. Стальной проныра. Ищейка, ребята, наконец-то мы сможем... Сейчас вот даже прям. Ведь сможем же. Уровень нам позволяет, мы же его прокачивали вроде. Так, шипорезы я могу улучшить? Нет, нужен 24 уровень. А ищейка, вот он. Давай-ка мы его улучшим. Ну, я считаю, что это круто, ребята. Ищейка у нас 14 уровня, серьезно что ли? А, ну 14 это слабенький. Что-то я думал, что у нас 14 это норм. Нет, это мало, на самом деле. Ну что же, идем на мини-босса. Идем с вами на мини-босса. Надеюсь, тут две волны. Фига себе, два штормореза здесь. Начну со штарморезов, скорее всего. С первого, со второго. Начнем, который пожирнее. Который уровень имеет побольше. Такс, давай-ка мы дебаф, укус. И барсик добьет. Барсик его добьет. Дальше ходит громобой. Блин, что нам сделать? Я, наверное, просто укушу. Просто укушу. Блин, ребят, сейчас мне вот это просто укушу, боком выйдет. Не хотел тратить, ну офиг, да, ребят, иначе бы он бы нас уничтожил, поверь мне. Так, теперь не будем пока тратить энергию. А вот сейчас, если он, конечно, сделает свою массовую атаку, он может, правда, сейчас лишить меня возможности. Но он лишает барсика. Он бы мог и на меня сайленс повесить. Я бы не смог ничего применять тогда, никакие возможности отхиливаться или дебафить. Вот. Так, давай добьем.
переходим на последнюю волну. И вот у нас, друзья, мини-боссики. И Громорок еще тут у нас. Ну, начнем, наверное, с него, как обычно. Блин, ты посмотри, какой живучий, а. А эти сейчас будут с разбега, конечно же, глушить. Он сейчас начнет. Вот она, видишь. Предсказуемые чувачки, потому что другого они ничего не умеют делать. Так, этого добиваем. Ну и теперь надо разбираться с этими хламонами. Это сейчас опять будут глушить наверняка шторморезы. Нет, переключился на Барсика. Слушай, наверное, надо... Блин, надо хиляться. И дебафить надо, и хиляться надо. И хоть ты тут разорвись. 148. Здесь вообще промахнулся. Так, Барсик, отвечай. Хиляемся, это фулл хп. И одного добиваем. Так, а это сейчас на трех энергиях будет глушить. Он промахнулся. Тем лучше для нас. Давай дебафить его. И теперь покончено с ним. Выпадает древесина. 262 миллиона. Ну, неплохо, как по мне. И переходим на последний, заключительный босс. Бой, точнее, с боссом. Давай хотя бы посмотрим. Так, ну с этими разберемся. Ну, единственное, что громобой, конечно, противный. А в остальном все должно быть изи. Так. Начнем, да? Блин, он сейчас на трех энергиях начнет бомбашить. Не знаю, хорошо ли я поступил. Ну-ка. Блин, опять же пониженная атака, поэтому мы, ребята, наносим очень мало урона им. А вот он сейчас, кстати, сделает массовую атаку. Слушай, нам повезло. А вот это уже плохо. А вот это уже плохо. Блин, ты серьезно, а? Усиленную атаку и защиту он взял, прикинь? Так, хил у нас... Ауч. Хил пока недоступен. Слушай, у него будет 4 энергии, ребята. У нас... Блин. Придется вот так вот делать. Потому что он потом будет делать разбег. И он 100% будет бомбить по шторморезу. Ну, по кривоклыку здесь он ударил в данный момент. А если бы он ударил бы по шторморезу, он бы его уничтожил, поверь мне. Он бы его просто-напросто уничтожил. Так. Замечательно. Ну что, кто у нас там? Трындец, все стражи. А, нет, не все стражи. Но все равно неприятная компания, если честно. Два костолома. И плюс рогобой этот. Или громорок. Это громорок, по-моему. Рогобой немножко другой, да? Че, вы Барсика решили мне... Нет. Я думаю, сейчас будут Барсика одного бомбить без остановки. Кривоклык, уничтожь его. Двойную атаку имеет. Опа, Барсик, до свидания, наверное. Да. Он его все-таки уничтожил. Так, в наших интересах уничтожить теперь Костолома. До того, как он будет здесь делать свои разбеги и тому подобное. Черт подери. Ну вот, сейчас побежит. Псих-то этот недоразвитый. Хорошо, конечно, ударил. И сломанная броня, да? Но он, видишь, он почему-то, ребята, отрывается именно на моем кривоклыке. Я не знаю, что он ему не дает покоя. Он его терроризирует. Может быть, даже это и хорошо. Фига себе. Да, он бы таким бы макаром, ребят, уже давно мне шторморезы уничтожил. Он сейчас, наверное, так и поступит. Да.
Ну, а мы уничтожаем его. Все, ребят, событие пройдено. Крутим в последний раз колесо. Выпадает нам рыба. И все, ребят. Забираем наши царапалки. 300 штучек. Нормально, награда, они нам как раз нужны. Смотрим, что у нас тут. Это я отказываюсь. Ничего здесь мне не надо. Открываем пак ареновский. Костолом, древоруб, кревет, ищейка. Что-то, кстати, ищейка зачастила нам, да, выпадать. Не, я ничего против не имею, но просто вот странненько это. Опа, 18-й день, что у нас уже? А, уже новый день, ребят, начался. Поэтому награда заново, да, получается. Ну, за сколько уже? Начало первого. Так, ну что ты мне беззубик принес? Ну, наконец-то, наконец-то. Три шлема, еще и здесь два. Было бы, конечно, прикольно взять это все. Очень редко, ребята, выпадают нам шлемы. Очень редко. Так, давай мы его отправляем. Пускай идет, ищет. Всем даем задание. Мы обычно с тобой как делаем? Наоборот, все собираем, потом идем на события. Здесь немножко по-другому у нас получилось. Поэтому сейчас соберем все это дело. Так, яркий ужас у меня получил уровень. Так, отправляем его дальше учиться. Так, тебя, что тебе-то сделать? Ты за древесину у меня работаешь, ладно. Погоди. Вернись. 116 миллионов, блин, давай, наверное, будем его прокачивать. Так, этот у нас полетит за рыбой. Весночес. Что-то мало как-то рыбы ты принес мне. А, мы, видимо, в тот раз взяли у него, когда он там был на сборах, мы у него взяли, точно. Так, здесь тоже, ребят, прокачиваем этого шепота. Пускай потихонечку будет у нас развиваться. Так, тут... Кстати, его тоже надо бы прокачивать. И вот этого тоже надо, ребят, прокачивать. 108 уровень. Нормально. Эть, мелюзга, лобба. Новую способность получил. Расширить академию. Нет у нас возможности расширять академию. Ох, нифига себе как. Ну это, видимо, обычные, ребята, поэтому так легко пока все это копится. Модификрылочку тоже надо будет прокачивать. Ну что ты мне тут дашь? 250 рун. Хотелось бы, конечно, выиграть бы их. Так, меня кто-то спросил в комментариях: Рэй, а что дает изучение монумента, который... Так, сейчас, ребят. Изваяние, да? Так вот. Изваяние, которое я прокачал, а именно на... Блин, его здесь нету. А как бы мне тебе его показать-то? Это изваяние, по-моему... Это в академке. Это перемещение быстрее идет. Так, снижает число драконов, которых нужно победить. Не дает противникам уклоняться. Вот, ребята. Если вы покупаете вот это изваяние, вы просто не будете промахиваться. Ты видел, как драконы вражеские иногда по мне промахиваются, не наносят мне урона? То же самое происходит и с твоими драконами, пока ты не выучишь вот это изваяние. Как только ты изучаешь, все, драконы перестают промахиваться и 100% всегда будут попадать. Надеюсь, я... Да, ну, как тебе сказать? Дотошно тебе объяснил и понятливо, главное. Так, давай-ка мы отправим. Пошел он? Пошел. Этот все нас мухоморами своими пичкает. Иди давай, копошись. Так, беззубика надо будет обязательно тоже еще раз отправить за шлемаками. Так, а пока заберем монетки Удина. Шторморез, костолом, ужасное чудовище. Так, и, наверное, рекламный. Ну что же, монетки Удина...
И костолом, кревет, кошмарный пристеглов. Кстати, кошмарного пристеглова можно уже прокачать. Так, давай сюда. Что ты там нам принесешь? Яйцо. Осмотрительность бесплатная. Кривоклык дает нам 10 рун. Давай шепот, бесплатно. Барсик. О, сейчас выберем. Сейчас, ребят, выберем. Ну что, скорее всего, выпадет нам руны. Блин, неужели яйцо? Это костолом. Это, ребята, костолом. Слушай, а у нас 3 костолома, оказывается. Сейчас пойдем. А что мы пойдем? У нас, наверное, один, как всегда, ребята, будет занят. Ну-ка, давай проверим. Так, костолом, это же обычный, по-моему, да? Получается у нас. Нет? А какой? Необычный, что ли? Да ладно. Че, ага, вот. Вот, друзья мои. Раз, два, три. Еще руны надо на это потратить. Сколько? Нифига себе. Вот это да. Даже неожиданно для меня. Так, портал вознесения. Сколько там уже? А. Ух ты. Смотри-ка, выберите портал. Цыпа здесь у нас, ребята, разыгрывается. 2500. Мне чуть-чуть не хватает совсем. Совсем капельку. Ну что ж, блестящий янтарь. Заказать могу? Могу. Так, Громли меня тут что-то заскучал. Так, этого-то я не отправил. Надо отправлять. Надо отправлять его опять же искать шлемы. Ты понимаешь, мы сделаем с тобой только лишь одно из 5 заданий. Даже если мы шлемы найдем, только лишь одно из 5 заданий. Это, конечно, жестко. И долго. Ну что, вы все у меня тут... Нет, не все. Ищеечка. Понятно, тут надо... Ну ты-то, в конце концов, скорожал. Ты будешь меня? Да неужели? Так, а, скороход стал он. Был скорожалом, стал скороходом. Так, вот сделаем. Нет, ребят, там скороход, скорожал. Вот, подожди секундочку, у меня что, 2? Нет, это скороход. А это скорожал. Это совсем разные, да, получается? Совсем разные драконы. Так, и у нас еще 2 загадочных пака. Громобой, кревет, водорез. Так, кто там выпадает нам? Кипятильник. Сколько у нас кипятильников? 1. Так, давай еще откроем. Загадочный набор. Так, Громль, костолом, шепот смерти. И шестеренки, да? Да. Ну и забираем с тобой еще здесь награды. Кстати, еженедельки даже 2 сделали, прикинь. Ребята, 7365. Это круто. Есть шанс, что мы с вами успеем получить легендарного дракона. Сколько тут у нас? Потом 250. 250 это... это сколько получается нам еще нужно будет? 8800. Это 1500. 1500. Ну, блин, прилично, но я думаю, что все-таки мы успеем, ребят. Будет очень обидно, если мы не получим. И вот это вот, что за яйцо? Стоит ли тратить фрагменты? Или не стоит? Точнее, руны на фрагменты. Потому что тут остается 7 дней. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ай, не успею. Не успею. Даже если я буду тратить, все равно, ребят, ничего не получится.
Ну что, друзья, я так понимаю, в ближайшее время событий пока никаких нету, но вы прекрасно знаете, как только что-то будет маячить за горизонтом, сразу пишите мне. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.